Знаменитой крепости Орешек. Мы сейчас находимся у истоков реки Нева. А справа у нас Ладожское озеро. И плывут утки. Вот мы находимся в городе Шлиссельбург. Ну, чисто корабельные такие орудия, зенитки, зенитные орудия. Глубинная бомба, это нам знакомо. Привет, собака, ты чья? Здорово. Да. Ты чё? Ты чё, с ума сошла, что ли? Ты чё делаешь-то? Это попрошайничает, а? Да. А чё пришла? Ты чё? Короче, знаешь, действие, принцип действия вот этих бомб. Их сбрасывали в воду в таких деревянных коробках специальных. Коробка тонула, а она плавала. Угу. Вот эти штуки... А, я же тебе рассказывал, когда мы были в этой, в Красной Горке. А, вот эти штуки, они свинцовые, с кислотой. Если она об корабль ударялась, кислота попадала внутрь, в механизм туда. И она взрывала, они взрывались. О, ё-моё, это Ленин, оказывается, памятник-то. Ну, такие солидные пушки, да? Угу. 4 штуки в ряд. Ё-моё. Акватория. Лента тут что-то еще. Памятник Владимиру Ильичу Ленину.